Георгий Рублев. Памятник. Это было в мае, на рассвете. Нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба, дрожа, она стояла. В голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня, девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.